Так, ребят, третья попытка. Играем с парнем. Один раз у него свет отключили, один раз у меня отключили свет, да. Третья попытка, пытаемся без отключенного света отыграть. Поехали. А чё, я не понял, ну ладно. Да, хорошо. Бля, да как? Ну, бля, я бил в корпус вообще. Я бил, я клянусь, что я бил в корпус. Ну ладно. Блять, нихера себе урона я напиздючил себе. Охренеть. Ладно, поехали. Так, ничего, ничего, ничего. Можем еще. Еще можем. И не один раз. Его развалить. Так, смотрим, смотрим внимательно. Ага, ладно, это все фигня. Это все фигня. Хорошо, хорошо. Охренеть, ля какой. Угу. Так, ладно. Бля, мне нужно лучше уходить назад. Я не понимаю, почему. Он лучше уходит назад, чем я. Что, неужели у Альвареса такое передвижение пиздатое, блядь? Урона нет вообще, как у... Почему-то, не знаю. Почему. Угу. В корпус не захожу, нужно в корпус заходить. Бля, он просто меня зажал хуярить, блять. Это просто какая-то дичь. Все, убивать, убивать, Андрей, убивать, просто убивать. Фух, отлично, отлично. Ну все, было не так уж сложно. Но, если честно, поочковал. Поочковал немножко. Очень жестко давит как-то, блин. Мне некомфортно с этим парнем было играть, ну, очевидно. Но завершили бой нокаутом, и это уже хорошо. Это очень хорошо, тем более в первом раунде. Я думаю, это заявочка на заход в топ-5 этой весовой категории. Но было страшно, честно скажу, было страшно, потому что парень, ну, как-то очень сильно меня доставал. Я удивлен, как он доставал до меня. То есть он постоянно на меня шел, постоянно доставал. Я не попадал, у меня урон не проходил почему-то. Возможно, он просто лучше в стойке. Так, давайте, ладно, ребят. Пока.